Storm, earth, and fire, heed my call. Демнокланник. Бывший колдун клана Black Sam, Варлок, стал одним из первых орков, подчиненных демонами, когда легион пришел на земли Калимдора. Но внезапная кончина Маннароха разорвала его связь с демонами и оставила его тело сохнуть на грани жизни и смерти. И тогда он заключил договор с королем мертвых, вступая в его ряды в обмен на жизнь после смерти. Надеюсь, я сейчас не сдох. Ну, типа, Этериал есть. Жесть, что происходит? Душат меня. Ну, придется байбекаться. Парни, вы что, в курсе, что у нас тут ХГ падает или нет? Всем привет, дорогие друзья! Что ж, наконец-то! Сегодня у нас гайд на Варлока. Это значит, что сегодня мы узнаем, как у нас работает Fatal Bones, как работает второй спелл, как он там Варлок у нас нашептывает, и, конечно же, царское замедло. Но еще вот эти несколько security, которые проверяют на Face Control. Что ж, братцы, если готовы, тогда начинаем! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это фатал. Фатал это у нас это мощная способность, которая позволяет связывать оппонентов между собой и распределять дэмэдж. Связывать, конечно же, это, я так выразился, словесно, они не в прямом смысле связаны, чтобы прям не двигались, а именно вот такая вот у нас связь, смотрите, кастуем, и вот такой вот связью у нас соединены вот эти персонажи. Если я бью одного, то и эти тоже получают дэмэдж. То есть неважно, какого вы бьете, вы можете бить вот этого персонажа, и дэмэдж будет все равно распределяться. Как он распределяется, я вам сейчас расскажу. В общем, смотрите, все, кто находится под этой связью у нас, получают урон, независимо, кто получает. Вообще, без разницы. Любой из них, кто находится под этой связью, если получает урон, он распределяется между другими персонажами, которые также находятся в этой связи. А именно, распределение у нас идет так. Каждый, кто получает 100% урон, ну то есть там тычка, это 100%, понимаете, да? И 25% от этой тычки распределяется всем. Если кто-то там тоже получает урон под этой связью, 25% другим переходит. И вот так вот оно все исчисляется. Это очень жесткая тема. То есть каждый, кто находится в цепи, заставляет страдать других, кто у нас стоит в этой цепи. Вот как-то так все и получается. По колдаунам, по монокостам у нас тут все просто. КД 25, монокост 120. Ну и самое интересное, это, наверное, по уровням прокачки. По уровням прокачки у нас увеличится количество персонажей, которые мы можем связать этой цепью. На первом уровне 3 цели всего, на втором 4, на третьем 5 и на четвертом 6 целей, которые мы можем вот так вот связать совместно, и они все будут, так сказать, взаимополучать урон. То есть кто-то получает там урон, все, значит, распределяется между другими, и кто-то там, и вот так вот это работает. Это очень-очень мощно, я считаю, и очень круто. Ну и самое интересное, что же может у нас сбить этот фатал? Я тут привел несколько вариантов, которые мы сейчас будем пробовать. Смотрите, у нас есть Линк, у нас есть Лотус, у нас есть Юл, у нас есть БКБ и есть Диффуз. На сайте Айкапа написано, что Диффуз снимает, что через БКБ частично проходит, но это мы сейчас все посмотрим. Смотрите, первое, что мы будем обозревать, это Линка. Смотрите, Линка у нас, как она будет работать на всю эту тему, я вам сейчас покажу. Мы кастуем фатал в Линку и посмотрите, через Линку проходит. Все проходит, и это очень-очень страшно, потому что Линка не спасает от этого, так сказать, действия. Но Лотус Орб спасает, Лотус Орб очищает этот, так сказать, плохой отрицательный такой баф на нас, и мы можем также снимать его с союзников, то есть мы сразу разрываем этот фатал с себя, снимаем и все. Кстати, не поговорили о том, что тут есть дальность применения и есть радиус отскока данной способности. Дальность применения у нас 1000 и отскок 700 единиц. То есть наша цепь ищет любого, с кем можно связаться, так сказать, и получать совместный урон. Получается так, да. Что ж, далее смотрим, что у нас еще может помочь против этой способности. Допустим, запускаем. У нас Юл может задиспелить эту тему. Оп.
Нету. И далее смотрим, что у нас еще есть. БКБ и диффуз. Диффуз может снять также это же действие. Посмотрите, диффуз снимает фаталы. Снял диффуз. И у нас остается последний, крайний БКБшный юнит. Смотрите, нажимаем БКБ, и мы не можем так кастануть. Но если сделать вот так вот, чтобы связь у нас прошла, то есть на БКБшного мы нажать не можем. Но мы можем нажать на кого-то рядом, и через БКБшного эта связь пройдет. И, конечно же, так сказать, свяжет этого персонажа, и он также будет получать дэмэдж. Но пока он будет находиться в БКБ, ему, по идее, ничего не должно наноситься. Но мы это сейчас проверим. Смотрите, нажимаем БКБ. Ага, слетает связь. Оп, заразили опять. И да, наносится сквозь БКБ. Все, очень все просто. Если честно, сам не знал, вы иногда спрашиваете, узнаешь ли ты что-то по своим гайдам. Конечно, узнаю, ведь я очень много тестирую тут. Тестирую, вот так и получается. В общем, братцы, смотрите, что такое фатал, я надеюсь, вы поняли. Это такая способность, которая связывает всех персонажей. И если кто-то из них получает урон, то этот урон весь распределяется в размере 25% между всеми, кто находится под связью. Причем это все имеет свой КД и свое количество персонажей, связанных в зависимости от уровня прокачки. В общем, все, братцы, поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Shadow Ward. Shadow Ward имеет хоткей у нас W, а Fatal у нас имеет хоткей F. Я это, к сожалению, не уточнил, извиняюсь. И что у нас делает Shadow Ward, я вам сейчас расскажу. Эта способность имеет несколько применений, а именно два. На союзников и на противников. На союзников, соответственно, что будет происходить? Союзники у нас будут подвержены хилу посекундно, как у нас все хилится. Я вам расскажу чуть позже, смотрите, ЦМ-ка излечивается. И, конечно же, на противников это будет действовать противоположным, так сказать, процессом. Будет наноситься урон. Как вы видите, урон успешно наносится, и значит, все удалось. Дальность применения этой способности 500 единиц. То есть подойти нужно для того, чтобы закинуть на противника или на союзника на расстояние 500 единиц. По уровням прокачки все просто. Эта способность у нас висит 11 секунд. И каждую секунду у нас будет наноситься урон или хилиться персонаж, в зависимости от того, на кого мы кинули. Смотрите, по уровням прокачки просто. На первом левеле 15 хп в секунду будет хилиться или наноситься урон. На втором 25, на третьем 35. И на четвертом 45 единиц здоровья будет у вас убывать или восполняться. Ну и КД 16 секунд этой способности. И монокосты разные: 90, 110, 130 и 150 маны будет требоваться для того, чтобы использовать данную способность. Ну и так как у нас это таргетная способность, а, к сожалению, не массовая, то тут у нас все легко блочится линкой. Посмотрите, в линку я не могу накинуть эту способность. Но и смотрите, также эту способность можно развеять диффузой. В принципе, эта способность не столь тяжелая. И поэтому для того, чтобы избавиться от нее, достаточно простых каких-то дебафов, даже юлов. Ну, на БКБшных юнитов, к сожалению, я не могу накинуть данную способность. И самое интересное, что есть на этой способности, что во время этой способности можно заластхитить нашего союзника. В случае, если в противоположной команде есть варлок, и он накидывает второй, и вы знаете 100%, что ваш союзник умрет, то, когда у нашего союзника останется вот чуть-чуть хп, примерно там 20%, то вы сможете под этой способностью добить. Как под ядом, допустим, Виномансера под первым спеллом, или как первым спеллом, под первым спеллом Queen of Pain. Ну и, в принципе, по данной способности все, братцы. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это замедление. Замедление, которое, блин, вот тут upheaval, да? Как правильно, upheaval будет называться, да, способность? Я не знаю. Так, англичане, в комментариях поправьте Азеса, а то Азес опять тут англичане нам себе строит. Что ж, смотрите, данная способность у нас имеет вот такую большую ауешку, 650 единиц. И дальность применения 1200. На расстоянии 1200 применяется эта способность. Причем, как вы могли заметить, эта способность является ченнелингом. То есть любой станном, любой юл может прервать данную способность. И мы перестаем замедлять всех в этом кружочке. Какое максимальное замедление мы можем развить во время того, как мы кастуем эту способность? 84%. Вот вам ответ. Максимальное количество замедления, которое мы можем получить с этой способностью, это 84%. В этом кругу будут все замедлены. Крипы, герои, неважно. Все, кто находится в кругу, будут подвержены жесткому замедлению. Это очень сильная способность, я считаю. И длительность этой способности 16 секунд. По уровням прокачки у нас тут увеличивается замедление в секунду. То есть для того, чтобы замедление настакалось, нам нужно время. А именно, на первом левеле у нас будет 7%, а это значит, что, смотрите, каждую секунду идет по 7. 7,
7, 7, то есть за 3 секунды всего 21% замедления мы получим. На втором левеле по 14% в секунду, на третьем по 21% в секунду и на четвертом 28% в секунду. КД 50, 46, 42, 38 и монокод 100, 110, 120 и 130 маны. Для того, чтобы максимально настакать эту способность, тут в принципе можно табличечку привести, смотрите. Вот, вот она, табличечка эта. То есть, для того, чтобы максимально настакать, нужно на первом левеле 12 секунд, на втором 6 секунд, на третьем 4 и на четвертом 3 секунды кастовать эту способность, чтобы максимальное замедление развить. Это очень прикольно. Плюс, после того, как вы прекращаете эту способность, то есть, если вам ее или сбили, или что-то такое произошло, то эта способность еще с настаканным количеством замедления будет еще работать 3 секунды. То есть, это очень прикольно. То есть, вы вот так вот покастовали, кастуете, вам сбили. И смотрите, еще 3 секунды работает эта способность. И все, и заканчивается. В общем, весь смысл этой способности, я думаю, крайне легок в понимании. Просто вы стоите, накастовываете замедление, всех замедляете в округе. Но это замедление не работает на БКБшных. То есть, если кто-то находится в БКБ, в этой, так сказать, в этой АУЕшке, то ему ничего, конечно же, не будет. Ну и это замедление легко у нас снимается диффузой, то есть вы его сняли, но обратно заходите, видите, и максимальное это количество, которое на вас настакано было и вы развеяли, оно будет на вас работать. То есть есть память у этой способности, то есть если вы оттуда пытаетесь выйти, вы развеяли один раз это замедло и опять попадаете под это замедло, то вы уже с тем настаканным замедлением будете опять в этом кругу. То есть вот такая вот у нас умная способность, братцы. Ну и что ж, и переходим к самому интересному, к нашим големам. Поехали. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это вот такая вот способность. Это наш ультимейт, который имеет у нас хоткей R и вот такую вот какую-то АОЕшку и свои применения. Давайте, ребят, сначала поговорим. Вообще, я хочу разбить на самом деле разговор о данной способности на несколько частей. Это именно сначала основная часть, что у нас будет требоваться для того, чтобы создать эту способность, какие-то нюансы дальности применения. Далее о самом персонаже. И третья будет часть — это разговор о Аганиме. Что ж, давайте перейдем к первой части. Смотрите, вот такая вот у нас способность, прокачиваем хоткей R, появляется вот такая вот АОЕшка у нас, 600 единиц, и дальность применения 1200. Для того, чтобы применить эту способность, у нас будет требоваться определенное количество маны и определенное количество времени нам нужно будет ждать для того, чтобы перезарядилась данная способность. Именно, давайте. Перезарядка 165 секунд на данную способность. Время жизни этого юнита, которого мы призовем, будет 60 секунд. И монокост данной способности будет 200, 300 и 400 маны. Все очень просто. Данная способность у нас очень простенько в применении. Просто куда-то закидываем. Давайте применим. Окей, закидываем. Ломается у нас тут в радиусе деревья. И когда этот персонаж у нас приземляется, он всех оглушает в радиусе этом 600 единиц на 1 секунду. Ну и что ж, и поговорим уже непосредственно о нашем этом персонаже. Поехали. Итак, друзья, вот такой вот у нас големчик, да, инфернал появляется, и он имеет у нас определенные параметры. Эти параметры у нас увеличиваются в зависимости от уровня прокачки. И смотрите, я думаю, наверное, в принципе, мы разберем уровень каждый досконально, но я буду еще, наверное, прикреплять таблички, не знаю когда, но я, так сказать, постараюсь вам дополнительно дать информации по этим големам, по каждому уровню. Ну и что ж, и продолжаем. Смотрите, голем у нас первого уровня. Вызываем голема, ломаем деревья и смотрим на него. Табличку, наверное, вставлю сразу, как по уровням прокачки, какой голем у нас будет. Но и тем не менее, мы все равно каждый уровень прокачки разберем. Смотрите. Первый голем у нас имеет 900 хп, 75 урона и 6 армора. Далее, давайте второго голема вызовем, который у нас будет. Сейчас пропишем L25. Второго голема вызываем. Смотрите, второй голем у нас уже посильнее. У него 100 хаос урона, 9 геройского армора. Геройский армор, кстати, это очень круто. Этот персонаж имеет очень хорошую защиту и 1200 хитпоинтов. Ну и третьего голема сейчас мы создадим. И что у нас будет иметь третий голем, сейчас мы посмотрим. Смотрите, какой жирный. 125 урона, 12 армора и 1500 хитпоинтов. Это у нас третий голем.
Ну и, наверное, вы обратили внимание, что у нас здесь есть способности на этих големах. И что ж, каждая из этих способностей также улучшается в зависимости от уровня прокачки. Что ж, давайте, в принципе, посмотрим, что у нас тут будет делаться, когда голем у нас будет атаковать кого-либо. Как видите, ЦМ-ки у нас страдают немного, когда голем к ним подходит. Посмотрите, какой-то есть дэмэдж. Видите, он как будто сплэшем бьет. Как это работает, я вам сейчас расскажу. В зависимости от уровня прокачки, у нас тут улучшается у голема сплэш дэмэдж и иммолейт, вот это именно горение. Как улучшается, я тоже представлю таблички по этим способностям. Смотрите и изучайте. Но я вам сейчас досконально расскажу. Каждая атака нашего голема способна с 40% шансом нанести в АОЕшке 300 единиц дополнительный урон, который улучшается с уровнями прокачки. То есть на первом големе это будет 80, на втором 115 и на третьем 150 чистого урона с 40% шансом может у нас, так сказать, нанести этот персонаж. Очень классная способность, как видите, сплэш работает очень безотказно, и 40% шанс — это очень круто. Ну и что ж, есть у нас еще тут и иммолейт, это то есть горение такое, которое также у нас в зависимости от уровня прокачки будут улучшаться. И у нас иммолейт этот имеет АОЕшку также. В 300 АОЕ будет герой запиливаться. Также по уровням прокачки все просто. Будет запиливаться 30, 40 и 50 хп в секунду. Причем все это горение, оно складывается со всех големов. То есть, если у вас 2-3 голема, они будут это горение, так сказать, настакивать. То есть, вот так вот вы рядом подходите и очень сильно будет всех запиливать. Очень мощные способности у голема. Ну и, конечно же, Magic Resistance, который у нас позволяет большую часть магического урона смягчать. Причем смягчать очень хорошо. И голем у нас становится такой почти неубиваемой темой. Но, к сожалению, все же его очень даже легко убивать в лейт-гейме. Они очень легко контрятся промахами. И это большой недостаток этих персонажей, которых мы призываем. Ну и, в принципе, тут по данной способности все. У нас тут еще имеется Аганим, о котором мы будем сейчас рассказывать. В принципе, я думаю, по големам вам все понятно. Призывается вот такой вот чудик, который улучшается в зависимости от уровня прокачки. Таблички, опять-таки, вы видели, какие у нас големы. Ну и, в принципе, поехали далее. Итак, друзья, ну и первое, что мы можем получить с покупки Аганима, это вот такой вот эффектик красивый. Посмотрите, эффект. Ну и самое интересное, что у нас может быть с покупкой Аганима, это то, что мы улучшаем, конечно же, наших големов. Как они улучшаются, это вы уже видели, может быть, обратили внимание ранее на табличечки, но табличку эту же я еще раз вставляю, вот-вот где она, вот она, смотрите. И там вот нарисован такой Аганим Септер и вот эти бонусы с Аганима. Ну и самое-самое интересное, что я могу вам рассказать по данной способности, это то, что наш Аганим начинает призывать уже два голема. Они не такие сильные, как один голем, но в совокупности вместе они становятся намного сильнее, чем один голем. Поэтому я считаю, что Аганим на данном персонаже просто пушечно заходит. Посмотрите, как они просто уничтожают големы. Он душит просто, посмотрите. Ой-ой-ой, и горение как стакается. Просто два голема — это намного лучше, чем один голем. Ну а четыре голема — это, конечно же, уже целая элита. Что ж, братцы, ну и все мы знаем прекрасно, что наших големов могут убить. И, конечно же, самое приятное, что может быть с покупкой Аганима, это количество награды, которое урезается с покупкой Аганима. А именно, за каждого голема будут давать 100 золота. Кстати, данные големы уже очень давно, так сказать, не умирают от диффуза. И я вам сейчас это покажу. Смотрите, в общем, вот такие вот у нас големы стоят, мы нажимаем на него диффуз, и его диффуз не диспелит. А именно это называется 85-я карта. Здесь эти големы апнуты, и они более, так сказать, стали неуязвимее. Не считая того регена, который у них есть пассивный, что им вообще просто срать на атаке. Посмотрите на эту ЦМ-ку, она почти его не пробивает. Но и, соответственно, как у нас режутся големы с уровнями прокачки. Табличку смотрите. Во-первых, видно все сразу по здоровью. На первом левеле у нас голем один будет иметь 675 хп, на втором 900, на третьем 1125. По урону он у нас также будет немного урезан. 56, 75 и 94 дэмэджа в зависимости от уровня прокачки. По наградам у нас будет также
тут немного изменено. Так, если за обычного одного голема вы получите 100, 150 и 200 золота, то за такого одного из двух вы будете получать 50, 75 и 100 золота. Я считаю, что Аганим более чем оправдан на данном персонаже. Опираясь на табличку, ребят, вы можете досконально понять, что, так сказать, улучшает у нас Аганим на данном персонаже. И, в принципе, я считаю, что это все по теории разбора. Ребят, я считаю, что Аганим очень нужен для данного персонажа, потому что два голема — это сила. Они намного сильнее, чем один, несмотря на то, что параметры немного хуже. Но, тем не менее, что складывается горение и как душат пульверайзом эти големы, это просто неистовая вещь. Вы просто посмотрите, как они уничтожают. Ой-ой-ой-ой-ой, просто это страшно. В общем, друзья, я рад, что вы меня смотрите, я рад, что вы меня поддержите. И теория подходит к концу. А это значит, что сейчас будем переходить к практике. Я вам покажу, как я реализовал этого персонажа в нормальной игре. А именно, будет игра, где нужно будет собраться правильно и затащить свою команду. И, конечно же, фановая каточка, друзья, Варлок в Керри. Я так не хотел, если честно, делать Варлока в Керри, ведь у него все способности не для Керри, но это, наверное, будет весело. Братцы, всем спасибо, кто поддержит. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть больше таких видосиков. И ждите свой гайд, если ждете определенный какой-то гайд. Ведь у меня уже очень много гайдов. Не ленитесь зайти на вкладку видео и поискать какой-то свой гайд. Ведь очень много гайдов я уже сделал. Ну и не говоря уже о других видосиках по позициям и, конечно же, аганимы и прочая тема. Друзья, поехали уже смотреть геймплей, а то уже не терпится. Так, ну что, друзья. Начинаем мы. Кат-точку. И, конечно же, берем Варлока на центральную линию. Варлок подходит не только на центр, но еще и на хорошую четверку. Давать хил и все там в том роде, ребятки. Кто нам будет помогать в игре? Кто нам будет помогать в игре конкретно для нашего персонажа? Наш персонаж, он такой, что любой герой за медлом будет очень сильно нам помогать, когда у нас будут големы. То есть это вот какой-нибудь open wound будет хорошо заходить. А потом еще какие-нибудь вот типа... Блин, вот кого? Пуч дисмембером кушает, да. Там легион в дуэльке, там стенка инвокера. Вот такие вот спылы нам очень сильно будут помогать. Поэтому, друзья, поэтому наш герой будет очень сильным. Кого, так сказать... Изи Варлок в миде уничтожает, так это почти всех персонажей за счет первого своего спала. Так что душим, смотрим. Смотрим и душим, что у нас получится. Посмотрим, что ребята напикают. Главное, чтобы не брали каких-нибудь инвизеров, потому что будет очень напряжно против инвизеров играть, когда не видишь. Нужно будет тогда покупать сентри дополнительно и душить. ЕС, Фантомка, Торментед. Торментед очень слабый на этой карте, осуждаю такой выбор. Мартретка. Очень тяжелый герой будет для нашего, так сказать, уничтожения ее. Нами, уничтожение ее. Боже, а вы видели, какой блик на камере такой, да? Жесткий блик такой на камере. Прикольно. Только сейчас обратил внимание. Вот, и короче, Мартетка будет просто отблинковываться от нашего... От нашего голема и все. Или просто блинковаться и нас резать. Так что это плохо, ребятки. Это реально плохо. Поэтому у нас должна быть такая тема, что мы должны будем выживать и как-то пытаться ее убивать. Ну, Хекс, помощь-то да. Посмотрим, как мы тут будем вертеть нашего героя. Ну, Аганим, это понятно. Аганим, Рефрешер и Актарин — это основные артефакты для нашего героя. И основные, так сказать, для выигрыша. И посмотрим, что мы будем делать дальше для того, чтобы выигрывать каточку. Хорошо, забрали руну, это самое главное. Оу. Накидываем второй на нее и душим. Должны убить. Одна тычка и в таверне, парень. Все, отлично. Это ФБ наше. Молодец. Молодец. Йоц, прям забрали хорошую ФБшку. Лишрак нам вообще не ровня, в принципе. На центре. Хорошо, что, кстати, я экспу жестко получил соло. У меня, посмотрите, у меня второй левел просто. Если мы сейчас перекрипим Варлок, вот здесь варткнем. Мне нравится ласт хит на Варлоке. Он реально пушечный. Не то, что у Торментеда. У Торментеда он ласт хит такой, знаете, вялый какой-то.
тычки вот эти медленно летят. А у Варлока прям пушечный ласхит, я считаю. Прям четкие, дерзкие тычки. Оп, добили. Если бы дед не промахнулся, скорее всего, парень бы добил. Но смотрите, как я его сейчас опускаю по левелу. Ой-ой-ой. Парень уже злится, типа, дай мне пару хоть крипов. Это тоже мой крип. Второй апнул таки. Хорошо. Next, там берем сапог, прокачиваем фаталы и поехало. Стик бы нам тут взять. Гоу. Гоу, бану сразу. Все, есть фаталы. Закидываем фаталы. Отлично, и пошел. Харас. По варлоку. Ой, по варлоку. Ну и по мне тоже, в частности, смотрите. Парень харасит. Он молнии фармит. Ну, стандартные, так сказать, торменты 83-й карты. Но тут 85-я, брат. Молнии почти не дамажит. Стынь. На четвертом левеле будем кидать себе хилочку. А, пошел он на руну. Гоу тогда пушить. Пока он там бегает. Опа. Делаем вид, что мы дурачки. Хотя подбайчиваем на фатал. Оп, хорошо. Хорошо, но он нас не убьет, по идее. На его молнии нам плевать. Он умер. Хорошо. Хорошо. Варлок очень сильно мид стоит. Даже со времен топ ТБ, помню, спамили на мид его, делали фастом аганим и выигрывали каточку. Просто наезу. Так, есть у нас, кстати, отличный сапожок. Я вот думаю, делать ли аркан и сразу выходить в какой-нибудь аганим. Ну, я обычно выхожу в аганим. По скилл-билду, ребят. Те, кто спрашивает, почему ты не говоришь скилл-билды? Я вот лично качаю. Вот первый сейчас у меня в троечку и второй в двойку. Считаю это очень интересно тем, что посмотрите просто на нашего оппонента, на миду. Смотрите на его хп. Смотрите. Смотрите. Почему я раскачиваю именно через фатал героя нашего. Посмотрите. Где хп варлок? Ой, варлок. Где хп лишрак? Хп нету, смотрите. 200 хп уехали. Сейчас еще раз фатала накидываю. Фатал просто по кд. Главное, чтобы в кату не отошел. О, отлично. А видели меня? А, замедлило, но ману не сбило. Это как так? Оп. Оп. А мы сейчас второй накинем, он умрет. Оп, ГГ. Вот и все. Вот и все. Это варлок на миду. ЦТ, ТПшечку берем и сейчас поинт бустер возьмем. Можно на руну сходить. Сейчас быстренько запушим крипов. Пробежимся на руну. Можно вообще на топ сходить, голема скинуть. Но если там будет мартред, конечно, будет не очень. А там у нас, к слову, на топе не монетка, а какая-то активная руна. Пойдем проявляемся. О, на топе мясо, просто посмотрите. О, инвиз. Я знаю, что делать. И что мне теперь делать, да? Я знаю, что делать. Не ты виноват. Поехали на топ. Чища мы им. Шлепнем на лицо майонезика. Yes. Ну, надеюсь, там варда не стоит, потому что я просто прогуляюсь. О, смотрите, вышел у нас Зевс. Зевс вышел. Есика надо ждать. Вот он, Есик. Хорошо. Хорошо. Фатала умер просто. Все. Хорошо. Закинем нашему керри потенциальному на лицо. Конечно же, хилочек. Мы же не какие-то 1К игроки, которые даже хил союзнику не дают. Жалко, что крипов не добиваю. Вот это большое упущение. Ой-ой-ой, ну ману собьют, да? Ой, хорош на потме. Опа, вейл, а ну потанчи. Ой, вейл. Бро, давай, 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 давай.
Опача. Хорошо. Боже, какой же овнач, да? Просто в наглую зашел, убил. Ля, я крыса. Так, ну я сейчас очень много демеджа получу тут. Вот так вот делаем. На водоту, чтобы отправиться. Все, отходим. Пусть наш керри фармит. Так, хорошо. Ну после стана будем ТП-шку делать. Слишком опасно. Не будем рисковать, у него там хоста как-никак. Стану не попадает, уходим спокойно. Огоракс можно взять, к слову. Погнали на центральную дальше. Гоу возьмем, наверное, вот так вот сделаем, чтобы побыстрее двигаться. И все. А внизу у нас фрифармен, 2 керри. Тут тем временем Акс там лесочки гоняет. Нормальный билд. Ребят, в общем, смотрите, на 7 левеле такая раскачка. Фатал в 4-ку взял, чтобы душить лешарка. Сейчас мы вот так вот делаем. Оп, отличненько, зафаталили пацана. Дай второй закинуть. Стой. Хорошо. Ой, он станом не попал. Это точно смерть. Это точно смерть. Хорошо. Умрет со второго. Погиб. Погиб, парень. Сразу. 13 вай. ГГ. Опять 15 минуточку, да? Чальк. Так, хорошо. Что мы имеем дальше? Фармим наш аганим. Дефолтный аганим, это 14 минута. Я думаю, тут на 9 уже будет аганим, потому что нам остаются считанные копейки. У нас уже есть голем, которым можно воспользоваться, как-то хорошенько гангануть. Под хорошим фаталом и можно сделать хороший ганг. Так, дабл дэмэдж. Хорошо. Один на один же. Бро, дот это не один на один. Фаталом добиваем, как вы понимаете. Хорошо. Да. Ля, как фаталом душу. Че, на 9 минуте говорите аганим? Неплохо. Неплохо. Очень простенько выходит. Давно так на варлоке не бахал, чтобы прям... прям долго. А чё без стрима? Я аж не стримлю. А чё без ганга? Как обычно, в 10 ровно мид. Так, не души, да? Так, какое? 9 минута, аганим, да? Это очень хорошо. Тондор. Тондор. На топе драка идет какая-то. Ля, душат. ТП, гоу, там 4 героя. Иду, 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 иду. ЦГГ. Ну я по байче, типа я дурачок. Мартретка прыгнет, я буду атаковать. Типа я дурачок, байчу. Бля, Зевс что делает? Ой, страшно. Бля, страшно. Бля, страшно. Вот Мартретка, да, с Мартреткой будут проблемы, конечно, ребят. Как я и сказал. Такой герой, который мобильный. А тот сейчас попробую. Лучше Хекс, блин. Сразу. Че ты сам себя в угол загнал? Вы че, вот сами себя в угол позагоняли? Так, фатальчик, фатальчик, фатальчик кинем.
Оп, отлично. Крипов. Хорошо. Да, там есть с фаталом, кстати. А единственный, кто под фаталом, это парень на... Бля. Дай, ну дай, пожалуйста. А фатал не откадешься. А почему не пульверайз? Боже. Ладно, не судьба. Хорошо. Для Мариты хекса делает специально. Марита. Прям, ну, Марита прям будет вот так вот постоянно мансить, отбегать, пытаться что-то задушить как-то. Это мартретка. Потому что тут будет с ней потяжелее. Атосик может опять сделать. Я в прошлой каточке делал Атос, но данным персонажем очень хорошо заходило. Атос прям бодрый артефакт для данного героя. Ну, тут можем как-нибудь переиграть, на самом деле. Разные билды можно выходить. Можно глиммер сделать, если там много магии. Вот как, например, там Зевс, ЕС. Там можно, блин, в глиммер выйти просто и душить под глиммером. Хорошо. А можно выходить тупо сейчас в рефреш какой-нибудь. Вообще, дефолтные артефакты на варлок это рефреш там и, блин, огони. И все. Там больше ничего не надо, по факту. С больно будет сейчас. Если еще бы мартрет какая-то сейчас подошла, было бы вообще страшно. Хорошо. Привет. Макс молодец. Ля, с даггером. Мужчина просто. Гайдер мой. Макс. 2600 есть. Пойдемте на базу сходим. Маны нету. Как раз сейчас откатится все. Можно взять Ghost, потому что там мартретка. Мартретка будет напрягать очень сильно. Бедный ES05 тоже стоит. Душит, парни. Ромер четверка у нас на потме. Ой, вард поставили. Сразу уже нету шансов. Поздно уже, бро, тут. Ой, Акс подсейвил. Мужчина. Мужчина на Аксе подсейвил. Посмотри, как делает. Сейчас мы сделаем ТП. Быстро сюда. Быстро-быстро сюда. А, все, уже успевает. Смока. Второй. Опа, ча, привет. У Акса маны нету, чтобы прыгать. У Акса нету маны. Мне тоже можно даггер купить. В принципе. Я хочу Октарин. Снайпер тут тоже. Гоу, наверное, сделаем. Аркану. Аркану. Акс надо было ману дать. Да, я дурачок. Я дурачок. С этими арбузами маны. Бля, там драка началась. Смотрите, дружит как. Мартретка прыгнет. Ля, как ее хилка снайперскую эту отродью сохраняет. Ля, как фатал работает. Там ГГ Моретти. Морентини. Морентини там... О, на ТП ушел. Ля, задроты, да? Блин, Атосик надо, да, ребят? Атосик надо. Атосик надо все же. А у меня, в принципе, смотрите, 2800. Это у меня уже есть soul booster. Есть хорошее замедление. Уже 4 секунды будет full замедление. В раскастовочке. Но они все, видите, уходят. Тут бы какое-нибудь замедление, типа Атоса сделать. Давайте Атос все же сделаем. Же Атос сделаем. Атосик, пушка. Будет у нас позволять Атос решать очень многие проблемы на этой карте. Мартретка душит. Ой, Акс поздновато прыгнул, братик.
Сейчас мы фатальчиком свяжем ее. Оп. Оп, второй есть, можно поесть. Все, ЦГГ. С ульты добьет, да? Просто с третьего добил. КЛТшку. Эх, не добил. Макс там убивается. 4 секунды полное замедление будет. Хорошо. Акс отхилится там. Так, есть Атосик. Гоу через Атос килять. Акс фуловый почти. Посмотрите, как отхиливает. Акс, гоу, прыгай, брат. Прыгай, какой лес, погнали драться. Ты что? Отойти. 4.25, это хорошо. Я живу. Добил, посмотри, браконьер. Если сейчас будет вейва, я умираю. А, нет, я живу. О, Марита, я умираю. Парни, хелпуйте. Големов нет, но вы держитесь. Ля, ни одного крита у него не прокнул, но я так и сдох. Тимар Тредки. Тимар Тредки с этими, с момами. Надо какой-то... Блин, Акс на самом деле туповат немного. Почему он пошел на низ, когда можно было пойти на мид подраться? Он фуловый, все готово почему-то. Акс, брат. Вот-то ты не туда пошел. Я его выхилял, не знаю, надо было просто на миду встать там в фрифражочке. Ну, молодец, хотя бы тавр запушил. Мужчина. Марита на бустах будет. Сейчас гоусты будем делать, ребят. С гоустами будем душить. Есть у нас уже. Кнопка варлока, как говорится. Никто так не говорит. Это я только что придумал. Все, и зачищаем тут мусор вот этот. Оп, с фатальчика умерли. Я готов, у меня есть големы. Скоро 14 будет. Атосик есть. С Атосом будем душить. Будем душить. Так, ну что, готовы дети, да, капитан? Я вас не слышу. О, кстати, это морфлинг через стан чисто. Саб-морф. Не знаю, такой морф был на топ ТБ. Жесткий он. И его, короче, АБ сделали. Просто пацаны говорят: нет, морфа нельзя так качать. Это читерство, говорят. И, короче, все, и банили тех, кто морфа качал через такой билд. Просто смех. Позор. Смех и позор просто. Големи. ЦГГ. Чекайте, как пульверайз разнесет сейчас. Так, замедляю. Душим. Ультует в упор. Мартредка. По-моему, меня... Как там слово? Сейчас я подберу. По-моему, у меня 7 букв там. Слово, 7 букв. По-моему, у меня... Там, ну, это слово употребляется, когда что-то кто-то с кем-то сделал, конкретно варлок. Кто догадался, что за слово? Пишите в комментах. Хорошо. Варлочка. Окей, все, големчики пали. Смертью. Храбрейших. Могу на Акс тупо хил кидать, поехала. Ля, почти попал. Почему там две мартретки? А, это репликейдж. Все, я улетел наверх, пойду актарины свои делать с рефрешерами. Почему нет? Почему нет, если да? Пока голем КД, ребята решают воспользоваться этой ситуацией. Вообще, голем такой уязвимый. Ой, голем.
Варлок уязвимый персонаж, если у тебя команда дурачков, то можно проиграть игру тупо, потому что команда будет драться, когда тебя нету и големов нет. Да, Мартретка сфидила там. Мартретка, наверное, думает, купила мом, типа промахи есть, значит я не уязвима. Это не так, ребят. Маднес очень сильно делает персонажа уязвимым в игре. Очень сильно делает уязвимым. Снайпера убили. Я пока подфармливаю у меня КД голем. Вот там. Легенд Хиро. ЕС. Помните ЕСа, который бегал 1.5? Он уже 4.7. Он очень неплохо начал отыгрывать ситуацию. Молодец. Респект. Респектум патронус. Почти есть 16-й. Плохо, что големы не имеют приоритета, чтобы проходили сквозь них. Потому что неудобно порой. Вот так вот атос даешь, персонаж должен там быть замедленный, но не получается. Ну ты чё? Не души. Берет. Так, вот этого душите. И вот этого ой, баш вылетел, серьезно? Ля, и крит. Как же повезло-то, а? Сдох. Сдох. Так, где вот эти кнопки? Хорошо, ля, Юл кидает на него. Станет, кидает Юлы. Ну, Мартретка, да, вот единственное, Мартретка может, конечно. Персонажи с быстрым доступом до меня могут изи меня контрить. Прям по-страшному. С големом играться не стоит. С големом играться не стоит. Голем такой, чревато. Не прокает пульверайзы. Потом как пахнет. Хорошо. Так, ну есть у меня бустер. Пульверайзы. Как думаете, Акс умрет там сейчас? Кого разберем? Хорошо. Продаем. Берем энерджи. Вообще, давайте Ghost, наверное, возьмем от Мартретки. Как-никак она нас убивает, хорошо. Хорошо. Но после, конечно же, Октарина. Строго после Октарина возьмем. Shadow Ward. Нашептывание. Второй спел, типа. Заклинание. Какие-то дает. Так, есть у нас 16-й. Это радует. Сакрет. Че, в Радиенс хочешь выходить? Что, наркоман? Такси, конечно, наркоманич какой-то. Держи, братан, мне не жалко тебе дать хила. Только на тебя тяжело направить. С этим хитбоксом. Держи. Так, кто там? Вон, пацаны вардят, девардят. Ля, крысы. Ля, крысы. Так, ну тут игра на самом деле такая с камбуцком. Я вам отвечаю. Там Мартретка, у нас нечем Мартретку убивать. Нечем Мартретку убивать. Так, скрипами связал. Есть голем почти. И да, на все хилы спокойно фармим. Контора началась у меня немножко тут. Надо Октарин доделать уже. Оп. Если на меня нападает какой-нибудь персонаж без эскейпа, он умирает 100% через атос. Поэтому дела плохи. Когда ребята нападают на Варлока с атосом. Блин, подлагало, не прострейфился герой. Вернее, не отменил атаку. Так, ну 2600 есть. Ля, там снайпер убивают. Там сентри есть, убегай.
Мару не попадет тут. В пятером надо собираться. Игра с камбуцком, я вам говорю. Игра с камбуцком. Надо вместе собираться. Легенчик. Опача, прыжочек-то нету, да? Ля. Ну тут я не буду голем уже кидать. Пятером МБ? Или по одному будете? Мне надо Октарин в любом случае до файта дофармить. В любом случае. Это будет намного лучше. Чем просто кинуть големов и уходить их в КД, закидывать их большое. Мне тут копейки остаются. Ну, хорошо, все, надо отсюда отходить, потому что может Марита прийти. А я уязвим против нее. Убивает у нас Еса с Радиенсом. Акс. Молодец, конечно. Импровизирует нормально. Молодчинка. Все, я отпушил топ. Есть у меня Октарин. Есть големы. Есть Аганим. Можно делать рефреш. Ортра БКБ имеет, смотрите. Найкс вообще, Найкс мом собрал. О, ясно кого смотрит он. Смотрит топ ТБшки, где ребята на 30 голов выше и собирает мом. Типа думает, что что-то получится. Но это неправильно так думать. Так, я иду. Смотрите, Мортра что делает. Ля, ты крыса. Стой. Второй кинул, до свидания. Второй кинул, до свидания. Эй! И вот еще, да? О, мне главное первый кинуть. Мало. Амрили мало, мало. Знаю почему так. Живает. Прикольно. Мартретка переживает. Ест тут. Смотрите, в глимере, да? О, мол, он что, в лотаре так кастовал? Голема на него кинем. А чё, почему? Чё за лотар? Подожди, он только в лотаре был. Чё за лотар такие? Золотары. Пусть подойдет ближе. Все равно затащу, парень пишет. Ну, тщетно так думать. Будем верить и ждать. Все, главное, Атлас скинули. Атласа большое расстояние. Жизнь сгорел, парень просто. Она тут, кажись, ГГ, да? Да, можно. Скорее в лес уйти. Акс, помогай. Хорош. 4 секунды стан. Ой, големы умерли. Пропустишь меня? Оп, есть. Хорошо. Что там у нас леснички еще есть, да? Ничего страшного. Ничего страшного. Есть гоус, сейчас будем чуть подольше жить. Морф, видите, станет на 4 секунды. Ничего, это не проблема. Это не проблема. Он лайт был. Так, ну Мартретка пытается, конечно, выиграть, парень. Ну Мартретка, одна кнопка, души-души. Души-души. Рошан забрали. Фантомка. А, это иллюзион. Я понял. Так, ну накаляются у нас страсти. Вейт из...
Даем. Покупаем. Гоустик, блин. Ладно, го вот так. Go. Го драться. Го. Постарайка рассыпется от големов. А хотя големы тоже могут рассыпаться. Сейчас снайпер, походу, сдохнет. Лотар, зайди. Ой, неудачник. Ля. Души. Смотрите, с этим связал. С репликой. Оп. Ля, что у меня есть? У меня есть Ghost Scepter. Еще тут комбо-бомба есть. Держите в курсе. Смотрите, что еще есть. Оп. Ну, тут я уже не помогу. Я тут уже бессилен просто. Ля, вот эти вот станы, конечно. Идеальные големы, но, блин. Я не могу, все уходят просто. Ну, ладно, байтим на себя. Типа, я такой дурачок, у меня еще много кнопок есть. Yes, вот здесь пошел. Чалька. Мартред все. Ты че, эй? Кто там у нас в спине? Братан. ЦГГ, ты же понимаешь? Под атос. Странный какой-то. Зевсич. Оп, хорошо. Но Морфилуса не убить, надо хекс. Хекс надо, ребят. Рефреш. Блин. У нас остается-то всего ничего слотов. Нам нужен хекс. Хекс вместо гаста. И нужен детекшн против ЕСа. Тут уже смотрите, какая каточка назревает. Тащу на варлоке. Вместо команды. Рефреш, хексик. Вместо... Гоуста хекс будем брать. Оп, Тандер. Лайтнинг. Можно сейчас рефреш сделать. Потому что есть у нас Октарин. Сейчас сделаем, скорее всего, рефреш, а дальше будем делать хекс. Блин, столько айтемов тут надо. Некоторые ребята собирают мидас на данном персонаже, но тут... мидас, конечно... не актуален эта карта, потому что идут постоянные файты. У кого пятерочка есть, вручает. Плохо, фатал в одного. Так, отойти. Там у ЕСа, блин, инвиз, он просто пользуется, как будто неуязвимый становится. А, у нас же еще один слот вместо Атоса есть. Че я туплю? Вместо Атоса хекс. Еще можно будет слотик сделать. Сейчас надо рефреш. Линку, блин, от морфа. Но там мартретка будет сбивать двигерки, двигерками. Оп. Еще войдик. Хорошо. Пойдем на миду, зафармим крипочков. На миду крипочков. Хилочку на лицо. Хилочка на лицо. Страшно звучит, да, парни? Кинуть големов для того, чтобы фармить сверхразум, да? Парни. Если на меня накинутся, там много кнопок нажмут, я сдохну. Мне шиву надо, блин, от мартретки, чтобы был какая-то была защита от физики. Ну, до рефреша мне, в принципе, немного остается. На варлоке быстро фармится, на самом деле. Если вгрызаешься в крипов, там лесочек подпинываешь, отпушиваешь очень быстро. Очень хороший лост хит, прям хорошо крипочка бьется. Ля, там на миду драка какая-то. На 4 секунды мартретки по тьме прописали. Найкс, юзай рейдж, душите его. Ля, там сейчас драка, походу, будет. Не, не будет. Морф-то такой персонаж, который изи уходит. Так, давайте жопу Зевсу захилим. Ой, Зевсу, снайпер. Зевс ультанет. Хотел сказать, что Зевс ультанет, а получается сказал, что снайпер ультанет. Смешно. Так, это у нас Марита. Портал даем в крипов.
А, так это этот, репликейт. Это репликейт. Рефреш. Рефреш чуть. Акс с Раденсом, конечно. Забиратель крипов. По 2-8. Я бы... 1300. Рефреш. В принципе, это одна корректная драка. Есть рефреш. Можем гоуст продать. Блин, жаль, тпшки нет на топ. Так, ну что? Морф там в саппорт. Если они зайдут на Рошана, это ГГ им будет просто. Я туда големов скину, они там в шоке будут. Виллинг Блейд мне не нужен. Да, ЕС идет. Снайперу ГГ, походу. Да. Снайперу ГГ. Ляша что делает? Ляша нет. Маны нет. ГБ. Блин, надо дофармить, братцы. Смотрите, чуть-чуть остается. Прям культовый артефакт. Не культовый, а важнейший. Важнейший, нужнейший. Смотри, ЕС. А, это репликейт. Блин. Станиху Фрейгор. Реплика. Это реплика. Это ж видно, слишком нагло идет. Гоу, дофармим. Чуть остается. Иллюжен. Варс снимает. Wise plan. Understood. 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 Хорошо. 700. Еще 800 золота. Тоже иллюзия. 700 золота, да, гонимо. До рефреша. Вернее. Опасно мне тут на самом деле заходить сейчас сюда. Я могу тут спалиться. Сюда Мартретка с ЕСа перетянутся, и меня тут натянут. Без возможности реабилитации. Но мне надо дофармить. Фермеры не дремлят. Вон, типа, как снайперы. 1000 остается. 800, да? Остается. Все продам, блин, гоуст. То можно. Можно, так сказать, уже купить. 800. Да, аганима 800. Да, аганима. До рефрешера. Рефрешер просто must have. По докторинам рефрешер просто самый сок. Знаете почему? Потому что кдшит все быстрее. Намного быстрее. Сейчас мид подпушится уже. Чуть-чуть и все. Двадцать хилок купил. Зачем? Я уже дофармил почти. Я ж фармлю быстро. Все, гоу. Да, да, 5 сек. И го. Акс там уже прыгнул, не выдержал, да, наверное? Да, ГГ. Ну, ЕС там почти умер. ЕС выживет. А, не, мертвый. ЕС. 3, 2, 1. Сдох. А, нет. Походу, реплика была. Слейвс. Салвис. Найс, парень купил мне. Это хорошо. Руби капчин, май капчулейшн. Все, я готов. Let's go. Пайт на Рошане изи. Боже, посмотрите на мои слоты. Это просто страшнейшие слоты. На данном персонаже. Атосик, сейчас атосиком главное пользоваться правильно. Парни будут душить. Я, если что, представьте, я туда сейчас голема на Рошана закину. Просто бах, 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 бах. Крошка. Напишем так. Байт, типа. Ща. Ля, че душится, как. Ля, проигранный файт, да? Спасибо за подписку. Оп, сейчас гоуст нажмем. Оп, гоуст. Смотри, она просто душит их, этих големов.
Они по ней просто не попадают. Они по ней просто не попадают. Они на ней по ней просто не попадают. Это жестко. Она просто их убила. И все. Вот так вот, пацаны. Держите в курсе. Марита душит. Вообще, ноль шансов. Просто не попадают по ней. Жесть. МКБ нет устроенного у големов. Контрпик. Портретка жесткий контрпик. Не попадаю просто по ней. Там только фаталами ее душить и все. Чтобы дэмэдж игнорить. Лайкс без МКБ. Но тем интереснее игра будет. Тем интереснее игра будет. Просто тут, понимаете, блин, вот в Рошпите тут был один ЕС, который убил всех. Там Зевс и ЕС. Туда мне кидать в одного ЕСа големов? Какой резон? Просто тут меня тоже винить особо не за что. Големов, блин, кидать надо как-то так, что, блин, что-то Мартретка очень сильно душит. Нам надо тянуть эту игру, походу. Тянуть, походу, эту игру. Что-то Мартретка душит. Големы не тащат, големы просто дохнут. Мартретка в них врезается и убивает их, все. Просто г. Ну, у меня уже почти есть они, к слову. Просто уничтожить. Скайди там, посмотрите, какие айтемы. Просто ВС нас. Ждем. Жесть, конечно. Захиливаем пацана. Найкс у нас там. Найкс не шестислотовый, это плохо. Куда ты идешь? О, Найкс, боже. И как иллюзия долбит. По ней просто никто не попадает. Не мог купить МКБ. Я тут сдох в любом случае. КГ. Жестко. Это жестко. Овощная команда. Мы ассорти. Мы не купим МКБ против Март. Это не вин. Так, ГГшка. ГГшка. Мартретку не могу убить никак големами. Даже через фатал. ХЗшка. Добей ее. Боже, если Барл ты попала. Давай. ЦГГ сейчас ей будет. И дизейблит големов просто. О, боже, я просто не могу убивать. Нуля. Ну чё сложного, пацаны? Ну чё вы шафакашите так, а? Так, крипочки какие-то. Просто крипочки. Крипочки. Тяжело. Чалька, жестко. Парни начинают камбэчить. Ну, Мартретка убивает всех. Я не могу Мартретку убить, а команды нету. Единственное, как мы можем законтрить Мартретку, это Аксом. Но Акса нету. Блейдмейла. Тоже минус. Ля овнач просто. Найкс. Фармит. Фармит Найкс. Найкс фармит. О, замедляет души его. Души. Ну почти. Почти задушил, бро. Почти. Что за бред? Запушит. Right
Боже, как же тяжело их расконтрить. Давай, души. Ох, 4 секунды стана. Ну блин, не могу я, мне нужен детекшн какой-то. Жесть. Блин, да, жестко, конечно. Но будем тянуть эту катку, как можем. Хекс надо. На мартретку. Команда, конечно, не сильная. Команда не сильная. Хаос. Хаос это не значит, что будет пробивать. О, я по мартретке просто не попадаю. Так, ну что, Хиксулю надо. Команда, конечно, подводит очень сильно. Керри нет. Просто, ну вы держитесь. МКБ купите. МБ. ИБМ от Морты. Или Луз. Души. А, он делает кирас просто, ну, печально. Ну, под аксом можем законтрить. Блин, еще надо на парня на ЕСе детекшн какой-то, это ужас. Так, ну Атос можно продать, купить себе хекс. Потная, затянутая катка будет, самое то. Так, хекс, да? Значит, хекс надо, ребятки. Хекс почти будет скоро. Низа у нас нету. Есть у нас големы. Големы главное четко закинуть. Блин, в мартретку и на фаталы с каким-нибудь жирным героем, с морфом. И морфа как-то желать на фокусе. Чтобы морф, блин, прям впитывал этот весь дэмэдж и кричал. Как бешеный жирафик. Сколько там? 1500? Это хорошо. И по 500 золота. Ой, там на топе что? Мартретка будет? А нет, там морф. Морф чисто мэджик такой октариновый. Убьют они его сейчас. Убьют. Молодцы. Так, ну мне 500 золота, типа хекс будет. Мартретка, смотри, где? Смотри, там и Зевс еще. Морф и Зевс. Там. Это что там, ЕС? Гоу ЕС, а что это за наглость такая? Да, мартретка застыла. А что за наглость такая? Морта. Гоу на нее големов. На нее големов. Будем драться. Хорошо. Таверн. Таверн. Еще дам за медло. Еще даю за медло. Големов выделяю. О, ЦГГ. Големы сейчас изрешетят вопрос. Смотрите, что происходит. Братан, ты сфидил. Хорошо. Блин, ну Атос, блин, как помогает, ну реально. Атос, как же помогает, ребят. Надо дефиться. Атос реально помогает. Блин, как его продавать-то и не хочется. Атос-то и не хочется продавать. Придется. Или Гоуст продадим. Позицию держать. Блин, ну без Гоуста мне очень плохо будет. Как думаете? Хекс тут нужен. Если у меня будет хекс, мне не нужен будет гоуст. Но я могу просто не пережить атаку мартретки, реально. Давайте гоуст продадим. Блин, выживаемость нужна. Нет. Атаку, блин, а как? И задержать никого не сможем. Но если сможем хорошую атаку сделать, то сможем подраться нормально. Все, есть хекс. Не будем долго думать, ребят. Нужно хекс. Сделали хекс вместо Атоса. А, гоуст оставляем. Пока что. Хекс есть. Оп. Хорошо, ага, найс хекс. Оп, хорошо, есть хекс. Основной ключевой артефакт, от которого будем мы пытаться сейчас играть. Любого сможем, по идее, законтрить. Там линок нету. Сможем, по идее, что-то сделать. Можем выбить, так сказать, мозги смартретки. Тарас, ну, ЕС. Блин, ну там в 5 на 5 очень шансов у нас. Немного. Но у них тоже немного шансов. Я за счет големов и двух хексов могу... Очень много грязи сделать. Главное мартретке хекс дать.
задизейблю ее прям по-страшному. Так, сахилочку. Гоу. Под мунлайтом нам бы ганг какой-нибудь сделать. Блин, вот бы ей тоже хекс, да? А у нее она Яша купила. Дэмэдж, походу, хочет. Так, ну вы душите, я типа не буду подставляться. Жаль, у меня треволов нету. Это очень плохо. Рош можно. Yes. Настоящий yes. Рош можно. Кто так там? Куда ты пошел? Гоу Рошу. Смотрите, они там на топе. Топ деф гоу. Блин, тревелов нету, это плоско, конечно, вот это. Все плоско. Вот это очень. Деф, деф, деф. Сейчас будем дефиться. Так, ночь-то хорошо. Морите фатал. И големи. И големи. А, это иллюзия. О. Опа, ча, это плохо. Это засада. Быстро хватайте Аеги и домой. Быстрее. Что там стоите, думаете? В темпе. Пойду парней спасать. Они там в жопе. Они там в жопе, честно скажу. ГГ ему, походу. Держи. Оп, минус снайпер. Главное тут нам дальше не расползти сейчас на кусочки. Хорошо, пойдет. На ХГ, парни. На ХГ. Все, дефимся. Направляем свою команду. Найкс особенно. С Маднесом. Есть у нас хекс, есть все, в принципе, для драки. Не хватает только вижена. Сентри, бро. В принципе, есть шанс тут выиграть. Через големи. Есть. Yes. Вышел. Это настоящий. Оп, вот так вот закинем фатальчик. Разминочно. Через фатал хилимся, кстати, если что. Есть гоус, могу немного потанковать. Так, держи. Прыгать будет. Иллюзия. А вот это настоящий. Хорошо. Артретка на топе. Топ. Дефится. Придется рефреш туда юзать. Тут ребята дефятся. Мартретка чисто как крипа его задушила. Но хикса нету. Не знаю, раскайтили на стороны, нас развели на големов, на рефреш. Типа такое. Но если они сейчас прыгнут, прыгнуть мартретка, то типа ГГ. Я уничтожу. Оу, гоу, 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 кстати, можем сейчас, можем. Почему не цепануть? Да, крысы. Где мартретка? Она в миду. Чекай, ее по карте не видно, блин, вот это чисто контрпик. Засранец. О, хорош. Даю хекс. Замедляю как могу. Фатал там накинул, ЕГГ, скорее всего. Давайте, 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 работайте. Замедление еще 3 секунды будет. Хорошо. Держи. Хил. Мид, идите. Yes. Хорошо. Я могу на ТП, парни. Если что. Пушьте мид. Тут надо просто задефиться. Найк стоит. Кайфует, чилит. Я бы ТП-хнулся помогать, но тут видите ситуация. Какая, не ахти. А Макса иллюзия очень много может решить. О, yes, все, решил. Все, минус пуш. Найк стоял просто АФК там на миду закупался. Нам кто-то дефить должен.
В этом проблема. ГГ. Найк сейчас тоже сдохнет. Там, боже, сколько я тут дефицев буду стоять. Серьезно. Сколько я уже дефлюс. Но без меня, походу, там никак. Команда не выиграет. Души. Иду. Сейчас задушу. Гоу, гоу, гоу. Понимаю. Но я один тут не задизейблю всю команду. П. Мы не сможем тут. Мобильности нету. Мом, продай. Мом, продай. Дагер, брат. Купи. Выиграешь. Сразу. Я бисал, если будет. Что там у нас Марита реснулась? Хорошо. По карте жалко, ее не видно. Веса нету, эхо, сейчас можем пойти душить. Я готов, в принципе, у меня байбек даже есть. Байбек даже есть, потная катка. Соберитесь, команда, так называемая. Детекшена жалко, не хватает вообще. Этериал чисто контрить можно будет мартретку, так, чисто таргетно. Миду, гоу. Найкс. Голема дать. Если бы ЕС еще зацепить. Мид, 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 мид. Просто мид. О. Хорошо, я мартретку законтрил немножко. Есик. Гоу-гоу-гоу. Души ее, души. Души ее, души. Души ее. Хорош. Големчики, вы что тут в кустиках стоите? Мид. Големчики там в кустиках стоят. Ляпотничок какой. Я дефну. Мид, если что. Низ, вернее. Найкс, молодец, все же собрался, 90 минут, но... Есть байбек, но у него нету ничего. А нету ничего. Я дефну. Крипов быстренько сминаем. Мид и Б. У тебя, в принципе, 40 секунд до мартретки. Низко. Найкс. Живучий. Души, души, души должны убить. А, за хекс убили просто. Найкс. Бро, гоу. Гоу, гоу, гоу. А, до мартретки. Б. Б, 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 Б. Все, Б. Достаточно. Б. Б, строго. Молодцы, минус мид, это уже хорошо. Направляем команду, делаем вещи. Можно будет, блин, рефреш в драке очень сильно помогает, братцы. Оу. Шиву, блин, сделать. Не, из... все же... Из Эриал сделаю, в любом случае будет профитно. Пятером. О, низ. От деф и мид. Еса нету. Еса нет. Так. Это, скорее всего, иллюзия. Орфа. Да. Опа, вот это настоящий. Души, души, души его.
Неужели я заруинил сейчас? А, нет. Хорошо. Уф. Застрелил, да? Там парни молодцы, отрабатывают. Мужчины. Главное настроить ребят на нужный лад. И если-ка поймаем, у Найкса нету маны. Правда, это плохо. У Найкса нету маны. О, есть. Готовы. Големы есть. Найкс без маны, это очень плохо. У меня 3000 маны. Я бы ему с радостью маны бы дал. Но если что, на топ ТП надо будет идти. Апредка на топе. Го, резче, 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 резче. Гоу. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу, душите. Че, не бойтесь, блин, я ж не хочу танчить. Морф уже на топе. Я спрыгну, типа, зафиксую. Мартретка нам пушит топ. Это плохо. Чем мне с ней соло выходить там драться? Это плохо. Надо на базу тпшиться. Голема тут есть. Надеюсь, я сейчас не сдох. Ну, типа, Этериал есть. Жесть, что происходит? Душат меня. Ну, придется байбекаться. Парни, вы что, в курсе, что у нас тут ХГ падает или нет? Нет. Текст дал. Хорошо. Отлично. Есть. Стой. Не. Но это просто, ребят, размен в троны. ГГВП, изикатка. Ну, как вам сказать, изикатка? Парни пытались. Парни пытались, ребят. Вот такая вот тяжеленькая каточка для вас. 63-минуточка на варлоке. Оценивайте, смотрите. Вроде неплохо вышло. Настроил свою команду. Не говорил им, что ты там конченый, ты не конченый. Ты то, не то не сделал. Это немного неправильный подход. И попытался ребятам объяснить, что это, что сделать. Постарался направлять в драках. И, конечно же, вот такой вот у нас получился результат. Ребят, обязательно, так сказать, поставьте лайк, если вам понравилась хотя бы эта игра. Ну а дальше, конечно же, пойдем варлоком в керри, и это будет, наверное, еще красочнее. Ребят, поехали. Что ж, братцы, наконец-таки, поехала у нас керри-катка. Уэх, это будет страшно, братцы. Берем варлока. Посмотрим, что получится. Что у нас получится, ребятки? Так, аквилку, конечно же, возьмем. И поехала. Поехала. Ой-ой-ой, антимуга взяли. Антимуга — это плохо. Хорошо. Хорошо. Посмотрим, что у нас команда. О, 4 мага у нас и антимага взяли. Антимага взяли. Умсад! Усад. Варлок мид, да, и да. Коробок. О, перепикнули у нас одного. Перепикнули. Что? Что? Думаю, варлок, варлок мид. Да, усад. Что-что? Это худкар, кстати, 0.28 будет. Мид? Кто? Что я? Будем с ним на его языке. Мид, кто? Что? Кто я? Yes.
Сейчас спросит. Ты варл... Ты мид? Нет, я варлок напишу. Штормик, брат, я мид, иду. Уступи руну. Пусат. СПС. Что? Что? Пошли отсюда. A wise plan. Right away. Да, еще и грызать. Так, ну на эти денежки мы купим себе курочку. Ну, Хускар на топе умирает. Печалька. Балайтнинг. Балайтнинг. О, Зевс дабл мид пойдет. О, это прикольно. Дабл мид я люблю. Дабл миды я люблю. А мне экспу сейчас все обосрет на Зевсе. Я писал, что я мид. Я мид иду. Усат, ты фидишь. Я мид писал. Писал, брат. Дай. А здесь еще и пофидить решил пойти. Да, какой Зевс неугомонный. Ох, ждет Зевс. А тем интереснее будет. Так, ребят, что по билду? По билду. А, будем выходить в керри билд, конечно же. Тут Зевс. О, это отлично, это фражочек. 100%. Души, души. Варлок делает дело. Если бы еще вот этот парень у меня тут на миду не стоял. Ну, неадекватный какой-то. О, а что меня Тэшка бьет? Чалька. Меня Тавр бьет просто так. Друзья, все заберем Куру, потому что он неадекватный какой-то. Попросил центрально, он просто встал и стоит. Просто встал и стоит. Пойдем прогуляемся. На рунку. Есть у нас Базил Аквилович. О, хорошая руна. Отлично. У нас экспириенса просто не будет хватать из-за того, что Зевс тут стоит. Поэтому нам нужно в экспу. Не знаю, почему Зевс решил со мной стоять. Мне кажется, это зашквар какой-то. Кажется, какой-то зашквар. Так, он опять на мид идет. Бля, ты извращенец. Лучше плевнул, реально. Руинит очень много фарма. Уйди. Уйди, ты адекватный. Ладно, дабл мид будем стоять. Боже, он вообще игнорит просто чат, как будто, знаете, чат выключен. Ужас. Ну, хорошо. Три цели, а четыре цели-то. Ёпта. Это плохо. Прогулял один фатал и не дотянули 700 рейнджа. Идет у нас там антимага, да? Это плохо. Антимага с руки будем убивать как-то. Наверное. Бедный инвокер, тяжело ему стоять, конечно. Кому легко против варлока стоять? Тяжело, конечно. Все, на квас перешел парень. На квас. Работает на квасе. Оп. Ах, не успел. Ля, как так-то, а? Умер бы. 100% умер бы. Я вам отвечаю. Ладно.
Печалька, что, походу, 1x9 тут будет? Нужно будет жопу рвать. А Зевс что-то какой-то... О, пуч. Ля, я сдох. Ладно. Он просто встал под тавером тут. Возьмем вард сейчас поставим. Но не знал, что пуч сейчас придет, конечно, гангануть. Ну, я не ванга, у меня имха нету, сори, ребят. Сори, я не ванга. Я не ванга. Ладно, будем знать, что там еще пуч подроумливает. Хороший пук. Хороший хук прям был. А он еще его и пулит, да? Понятно. Пулит как на 83-й карте. Бро, тут через контрол-то делается. Это легче, чем ты думаешь. Он будет сейчас там опять стоять ждать, что я подойду, и он меня выхукает на изи. Так уже не получится, бро. Уже не получится. Это лашка второго крипа забирает уже. Да не дам я тебе этого крипа. Гоу, повесим. Не хотел я вешать. Фатал. До последнего, потому что крипов нету. Здесь все, просто в АФК встал на миду. Стоит просто. Пешечку берем. Чалька, что когда пуч выхукивает, там шансов нету. Так, ну эта игра у нас будет. Шторм лагает. Зевс мудак. Просто потому что... Вообще игнорирует игру. Типа, ну ему плевать просто. Ничего даже не пишет. Ничего не пишет. Ему просто плевать на игру. Так, ну не знаю зачем. Хотя может что-то случилось тоже там. Тоже можно понять. Можно понять. Ну и можно понять, что можешь написать. Можешь написать, бро, дай мне мид, я мид пойду. Он просто стал мид и игнорит. Так не делается. Так не делается. Гоу. Так вот, короче. Есть у нас голем, да хватит в упор промахиваться. Блин, ни крипа добить не могу, ничего. Боже, такие три лоу хп там. Хаста. Хаста. Кстати, можно инвокера сейчас убить. Отлично. Второй даю. Все, таверна. 100%. 100% таверна. Оп. Голдишка, золотишка. Не, есть, если что. Големевич. Лучше мне не страшен. Големович. Вот он, пуш идет. Ля, можно было фатал накинуть, если второй успел бы. Там бы ГГ было бы. Да хватит в упор промахиваться, варлок. Я тебя сейчас удалю из доты. Да опять вы посмотрите, это что? Реально бесит уже. Причем на ласт-хиты. Так, пуш свое коронное место встал. Типа думает, его там не законтрят. Я все никак не могу дофармить мида с 7 минута. Если чё. Да, пуч прям. Так и хочет. Гоу-гоу-гоу. Хорошо будет, если с пульверайзом пробьет. Было бы пушкой. Тавр заберу. А, глифчики помогают, да? Хорошо. Проиграть мид варлоку. Братан, ты не знаешь, что такое варлок. Уж поверь. Ты не знаешь, что такое варлок. Ты не знаешь, что такое варлок, поверь. Просто ты не знаешь, что такое варлок. Недооценивай этого. Сразу видно, пуш не знает, что у него у варлока делают скиллы. Ты просто не знаешь, насколько ВЛ силен. Так напишем.
Лол, да это же крип. Сейчас скажет, наверное. Конечно. Погнали на топочку. О, там вайпер. Блин, но мне там самому делать нечего. Самому мне там делать нечего. Мид у меня кто-то... А, фармит. Ну, здесь АФК. Если его сейчас убьют, это хорошо будет. Все, он его убивает. Все, отлично. Хорошо. Хорошо. И, скорее всего, антимаг тоже сейчас умрет. Фатала. Не, не умрет уж. Ох, умер. Последнего дэмэджа хватило. Хорошо. Найс, как антимук подох от фатала. Так, ну Зевс у нас отошел. Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем, но он просто не играет почему-то. Вот так вот сделаем. Отойдем, хорошо. Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем, потому что он просто отошел АФК и все, и потерялся. Так, у нас есть голем тем временем, да? А давайте лучше тут быстренько сейчас зафармим. И отойдем. Типа, это называется item build, когда не определился, что собирать. Хотел сначала молнию, а потом решил собрать перчатку. Решил собрать перчатку. Что? Братан, не получился? Ну, не знаю, я не занимался. Играю, играю. Не занимался я любовью. О, с кем даже? Ну вы поняли, это жестко. Да. СПС. Не понимаю, что он хочет. Но, дай бог. Здоровится. Что делаешь? Играешь? Да, гайды, да, получился. Да. Если что, я саппорчу. Нет, я гайды соло пишу. Нет, я гайды пишу соло, ребят. Чтоб за мной не было никакой беготни в десятером по миду, как это обычно в играх с подписчиками. Чтобы я спокойно сидел, вот так вот гонял своих крипчиков. Все было пушечно. Сейчас лотар доделаем и погнали драться. На топе крипчики как раз будут. Уля, как меня обходят. Так, ну у меня есть голем. Монетка. Да хорошо. Все, погнали. Оп. Цирклет. Ой, цирклет. Все, поехали, в общем. Сейчас тут крипов побьем. Да, в принципе, можно пойти подраться. Ля, шторм, улетай! Улетай! Улетай. Хиляй свою попу, не умирай. С руки убил. Отлично. Хиляемся. Оп. Бласт МП сколько берет, да? 200. Сложно запомнить, наверное. Так, тут вардик. Дефолтные варды подставили, чтобы было видно карту. И все, дальше фармим. Молнию дальше. Топ зафармят сейчас. Надо ТП-шку носить, ребят. О, Зевс просто АФК встал, мы его кикнем. Просто что-то у него не пошло. Мом. Мом на антимаге, классика жанра. Где-то, кажется, он насмотрелся этого. Всего этой магии запретной. Так, надо быстрее в лотаре просто кинуть фатал. Он, по идее, умрет с фатала. Быстрее. Бэкстеба просто. Просто с бэкстеба. Плюсики.
Хорошо. Не добью, поэтому вида с него кинем. Хорошо. Пуч. Уф, погнали за монеткой. Ля, пуч какой агрессивный. Агрессивный пуч. Все, есть. КФК 10 сделали. Так, молния нужна. Чуть-чуть остается. Чуть-чуть до молнии. Будем душить. Дальше, наверное, аджор какой-нибудь сделаем. Доминатор купим, возьмем волка. Хорошо. Отлично. Гоу на эншентов. У нас есть голем, надо подраться, ребят. Но надо так, чтобы, вон, смотрите, мипа на низу стоит агрессивно. Гоу к мипу. К нему по-любому сейчас придут, и мы накинем фатал сверху голема. И пах-пах-пах-пах под молниями. Ля, будет контент. Будет контент. Все. Гоу. Тафи, Хуск, тафи. Давай, братан, тафи. Хилочка есть у тебя там? О, у тебя есть хилочка. У меня тоже есть хилочка. Ох, как мне влетело. Ля, весь демедж на себя взял. Что-то на топе крипов много, да? Ну, тут ждем. О, антимук пришел. Антимук. Илочка есть. Уч, дагер. Тавр. Оу. Голема не будем кидать. Да, можно было засейвить мипа, но голема тут кидать на такую ситуацию не очень. Не очень. Души его. Души. Души его. Инвокер сейчас в лес пойдет. Крипов заберу, пойду к нему. Делаем вид, что мы дурачки. Вот здесь сейчас фармить будет или вот здесь. Побежали. Внизу фармит, вот здесь. Да? Иву. Две молнии, типа, да? Типа, окей. Боже. Руки просто убил. Хорошо. Сейчас лесочек тут побьем. Я куру себе направил. А, это ли я направил? Подождите, что у меня сейчас за диссонанс в голове был? Сейчас бы на вокере сосать. Жестко. Так, ну тут все шансы. Прям задушить по-страшному. ТП-шку надо. Монетка. Гоу, монетку. Возьмем и ноги свои. МС-а не хватает, только на фейзах, конечно, было бы поприкольнее, но фейзы не хочу делать, потому что травела буду уходить. А, там мипа на низу сейчас выйдет. Плохо. Мипа, да? Собьют сейчас. А, нет. Бегаем, чтоб ману не сбили. Че, зря кидал, что ли? Ондур. Керри Варлок, это смешно, это забавно. Сейчас он отойдет, стакнем.
Стак, ребятки, просто. И вот так вот. Почти ману не потерял. Гоу. Инвиз. Хилку, инвиз. Ща близко подойдем, бэкстебнем. Прогнал просто летающего рептилоида. Мипа летает по линиям, забирает фарм. Так не пойдет. Во. Ты говорил, шанса нет. Он как антимаг хреначит. У вас тут варлок фигню собирает. Ты говоришь, шансов нет выиграть. Хз, хз. 2К есть, сейчас, наверное, доминатор. Крипа. Волка и поехали. Три молнии подряд. Надо подраться, братцы. Так, доминатор. Скади доминатор. Скади доминатор. И поехала. Сейчас кто-нибудь дефится будет тут, интересно. Кого еще подпушим? Все. Хорошо. Мне бы еще ТПшку. Сейчас тревела бы выфармить и фармить спокойно. О, антимук погиб. Гоу, задушим. А, это иллюзия. Бля, я уже так понадеялся. Вардика-то нету на руне. Вот и все. Ой, рано я голема скинул, но на подсейв, так сказать. Ладно. Ну, ошибка, не надо было голема так кидать. Пусть. Тавр побьем туда. Больно. Я еще живой. Но я розовый и теплый. Трипл килл, голем. Гоу. Души его. Души его. Знаешь, что такое голем, инвокер? Знаешь. Блин, печалька, да, так подохли неприятно. Сейчас голем уже пропадет. Все, пойдет. Я шторм на всю ману летает. Так, что там у Зевса, кстати? Третий левел. Блин, докачать бы его, да? До шестого хотя бы вижен давать, чтобы. Но надо варды поставить. Гоу, Зевсом поставим варды. Два варда поставим. Пусть Зевс пойдет вард поставит. Один вот сюда. И один пусть поставит вот сюда. Все. Хорошо. Так, что дальше делаем? Уф, блин, это жестко. Сатаник не хочу делать. Сейчас надо что-нибудь тревела сделаем. Вот что нам сейчас, что мы сейчас купим конкретно, это тревела. Чтобы фармить. И бегать быстрее в лотаре. Голема я рано скинул, согласитесь. Реально, рано. Рановато. Рановато голема я скинул. Фармить дальше. Так, Зевс ставит там. Вот так вот пройти надо будет ему. Отсюда смотри, пусть поставит. Абуз. Арбуз. Хорошо. Так, Зевс, у тебя вообще задача пойти вард поставить. Иди вард ставь. Сейчас фармишь на меду, тут стоишь. Фармит на меду, он стоит. А так спит бы еще какой-нибудь кристаллиц там еще какой-нибудь бы. Чтобы дэмэджа было вообще овер много. Так, травела надо и на мид. Давай, давай, ставь. Все, поехали. Бля, там душат. Антимуги. Мид сейчас задефаю. Так, 800 есть. Надо найти волка. Два дефолт варда стоят, это радует. Еще бы вот тут какой-нибудь вард подход видеть в лес. Один лес подход мы видим. Кто-то сейчас там был. Дэмэдж. Что у нас остается?
Фигня остается, да, по идее? Скади. Скади и какой-нибудь урон. О, волчара как раз есть. 120 урона, добрый вечер. Хорошо. 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 Двоих бы убить сейчас. На миду. Go heal. Пробафаться, забегаем. Начинаем душить. Как дела? Как дела? Это новый. Как делак? Как делак? Лол, да? Как задушено-то? Когда стрим? Стрим 19 часов по МСК, братцы. Не забывайте. Забывайте, что ли? Жесть, да? Это я разнес их. Пуджа и Некро ХП улетели просто как сказочные. Че, дэмэдж какой-нибудь сейчас убрать? Воу-воу-воу-воу-воу, потише, тише, тише. Тише, тише, голема душите. Не душите. Дерзкие. О, ля, что, максимальный импакт вносят. Но убьют там они, голема. Убьют. 4К есть. Какой-нибудь урон сделать? Так, чё, стас, раз, два, три слота еще, да? Хус, погиб там. Погиб. Можно Рошана забрать, кстати. Гоу, Скади сейчас. Скади. Дальше сделаем что-нибудь еще. Скади сначала, да? Это у нас получается 4200 и еще 5. 5400 надо нам. 1200 еще. Пуч там рассыпался с Варло. Ой, с этим, с Некром просто на ура. Блин, Скади это на жир больше. Я уже орбу купил, да? Дэмэдж бы какой-нибудь хотел. Буризу, типа, да? Обычно. Буризу бы какой-нибудь. Блин, Буризу, гоу, вообще Скади может подождать. Ведь Буриза не ждет. Буриза-то не ждет. Блин, у нас Мипа еще много фарма собирает. О, я продам Аквилу. У нас тут 300 золота остается. Можно в Магаску уже послать. Нормальный Рошана. Пойдем сейчас сразу с Буризой. Хорошо. Хорошо. Нет, где фармить, лол. Так я же все забираю, бро. Ля, Буриза есть, можно поесть. Чё, опять заходим сейчас, сделаем в лес какой-нибудь. Блин, БКБ бы сделать вообще. Можно вот тут, вот, кстати, волк поставить и забрать рож. Я заберу его соло. Давайте возьмем Мидас в Куру. Сами возьмем Аегис, подеремся. Почему нет? Ля, Рошана Варлок в керри душит. Осуждаете, да, наверное, меня? Чё, мне 205 урона, чё хотите? Конечно, помедленнее буду бить, но и менее опасно. Сейчас тут задефимся. ВК геймплей скидывать. Вот ты вот как будто являешься спонсором канала, чтоб я прям так как будто суетился. Это забавно, конечно, звучит, потом не скидывая результат. Нет, только не его. Кого угодно, только не его. Это ж не так делается, бро. Каждому рассылочку, что ли, делать. Эй, баш. Он забашил меня, у него баш. А ты, конечно, ты приколист. Как будто у меня, как будто я знаю, как он в ВК, там у него никнейм и тому подобное. Он чисто на приколе парень там. Ну ты мне там скинь видосик, что сделаешь там. Как будто, знаете, мне больше заняться нечем, рассылочкой заниматься. Ну это смешно, конечно.
Я... Не, я хочу что-то монтажировать. Ну так, а я тут при чем? Лол. Типа мне что, ему контент писать, чтобы он монтаж делал, что ли, или что? Не попутал ли ты ничего? Не могу геймплеить, я понял, все, пишем ДНД. Типа я ему должен видосики этому парню писать, чтобы он монтаж делал и себе на канал выкладывал. Молодец. Браво. Почему я до такого не додумался? Браво, мужчина. Сила, Вок, сила. Сейчас я тебе покажу силу. Сейчас, антимага надо. Антимаг законтрил меня. Баш, просто там бласт очень много дэмэджа вписал, впитал и не было чем ответить. Так, все, хватит. Мусолиться, берем Мидас, собираем дальше свои артефакты и душим. То антимаг начинает в керри выходить уже. Будет тяжело. Будет тяжело. Давай резче. А то этот приколист просит видосики ему писать, и он будет их монтаж делать. То есть я должен делать ему видосы, а он будет просто делать монтаж и все, и будет кайфовать. Молодец. Хорошо. Я понял. Я понял. Ну, с Пуджом они... Пудж меня разнесет, на самом деле. Так, вот это страшно выглядит. Оп, хорошо. Вард, наверное, стоит на хайграунде просто. Да, прям как они меня здесь не любят. Да, вард, скорее всего, стоит. И нет слотов, чтобы завардить. Лол, мха, мха. Существование вардов тогда еще тиммейты не додумывались, на самом-то деле. Бывает в жизни разочарование, конечно. Опс тут. Я антимаг. Антимага бы найти. Так, на низ сейчас Гео идет. Гео нужно будет помочь подраться. Задушим с геомансером. Гоу по низу. Я скину голема там. Все сделаю как надо. Уходит. Там идут драка, да? Хускара кушает. У меня нет ТПшки пока что. Тэшку соберем, уйдем. Антимаг на топе. Все, тэшка наша. Забираем тэшку, уходим на мид. Ля, душат прям, пацаны. Мы тут задушим свою сторону. Там, блин, Блейд Майлы еще эти, которых, об которые я буду убиваться. Это плохо. Все, надо уходить. Что пуш такой агрессивный? Я не понимаю, как будто игру тащит. Нокер там что-то добивает, что получается у него. Вам антимаг ваш. Крипочек. Крипочек антимугович. Антимуг Крипович. Вот я бы так даже сказал. Блин, мне нужна кираса какая-то, да? Так спит нужен. Так спит нужен. Мидас продаем, парни. Кирасу какую-нибудь сейчас сделаем. И волка надо найти. Жесткая антимага, конечно, как крипья. Зафармили. Вообще, я мидас бы не продавал бы, оставлял бы на, так сказать, на кдшку его в курьере где-нибудь, а потом выкидывал бы, просто брал и все. Но уже как бы подходим к шестому слоту, поэтому я считаю нужным его уже освободить. Освободить этот слот. Вот так вот делаем. Голема кинем. Серьезно, он его засейвил? О, господи. Молодец. Господи. 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 Молодец, засейвил. Хороший торнадо дал.
Там вайпер еще. Вот зачем? Хорошо, есть фатал. Беги. Я тут умру сейчас. Да, инвокер сейчас нажмет кнопки. Молодец. Ну, надо хекс, походу, собирать какой-то. Чальк. Блин, БКБ, хекс, инвокер, смотрите, просто октарин имеет, а тут не с кем, по-моему, некому помочь уже. Инвокер переворачивает игру. Надо какой-то дизейбл сейчас собирать. У меня есть, блин, мне нужно лотар продать. Нужно лотар продать, и все. Такое. Варлокс, да, вот я люблю, когда чел что-то там одну-две кнопки нажимает, у него метовый герой, а хотя и с мида он вышел, с мида, я не хочу просто ему писать, даже он все равно не поймет это, что он там слишком глупый инвокер, там, ну даже не инвокер, там сама личность, которая сидит на этом герое, да, да, и глупый, да, чисто такой, дурачок, ничего страшного, ну на самом деле пуш очень много игру делает, ничего, тут еще... Так сказать, самые обороты игры начинаются только сейчас. 30 секунд. Уйди. Б. Б. О, все, ГГ ему. Стенку сейчас поставит. ГГшка. Уходи, дверь закрой. Санстрайк под ногу, и ты мертвый. Сейчас. Просто и все. Так, Мипа, ты где, братик? Ага, Дэйв тебя не собирается. Ну, надо просто в инвокера влететь под големом. И ГГ. Еее. Про вокер. Две кнопка. Д. А зато сейчас он написал Д, типа Д. Типа я специально так сделал. Классический дурачок на инвокере. Не люблю таких игроков. Потому что много на себя берут. Очень много. Так. Дайте я побью вас. Да любого, да, ударю. Смотри, все уходят. Жаль, голема нет. Жаль, голема нет. Я вот пешку. Сейчас там задушу. Хорошо. Души, души. Ну это минус топ. Ну, вокер, что мид сломает, мы тоже сейчас можем мид сломать. Ох, что-то ты новый вокер. Шо? Как дела? Как дела? Дыши, барак. Таборович. Голема тут толка нету, отправим его на крипов на топ. Нам идущий сын Вайкера еще встретим. Хорошо, надеюсь, дастов не будет. Я не прочекивал. Этот настоящий. Хорошо. Молодец, инвокер. Два лайна прогулял. Так, ну что, остается у нас сатаник. А че это ты не берешься? Все, сатаник. Муншардики. Моншардик, моншардики, сатаник остается. Но не хватит нам сейчас на шард, наверное. Да, вот, ну, чисто инвокер, это называется завыпендриваться раньше времени. Я не люблю вот это выпендривание, но инвокер прям заслуживает того, чтобы в конце игры что-то ему написать. Реально. Жалко, криты маленькие у меня. Надо мид толкнуть. Ох, толкнет. Аек, аек, мипа. О, фуск. Фуск, бери, брат. Завалили меня. Прикольный чел на мипа.
Так, ну Галем, 40 секунд. Мне просто массовый простан вот этот нужен, ну все. И хороший фатал. Бери, брат. Бери, бери, бери. Бери. Хуск. Бери. Бери. Ты что стоишь? Ля, вот, ну, не понимаю. Чувачок. Так. Ух, байбека не будет, если сейчас гиперстоуны возьму. Но я возьму их. Аккуратничать надо просто. По низу крипчиков проведем. Инвокер меня с прокаста не убьет. Так, 3 на топе. Ну там не 3, там 2 на топе. 3 может быть на бот. Там его отойдем. Муншард берем. Или варлок. Мне бы сейчас волка вот этого. Так, скушали шард. Поехали. Можем смело на низ. И поесть уже. Сейчас просто лотар. Под лотаром подождем немножко. Поехали. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу. Мипа на топ. На мид пошел. Стоим в стороночке пока что. Скар. Оп. О, антимук. Опа. Ля, какая обманочка для антимага. Да, почти сдох. Надо отойти. Блин, сильверуху бы, да? Чтобы быстрее кдшить лотар. Жалко, что я не собрал. Хорошо, лотар ждем. И поехали. Фатальчиком свяжем. Мипа на мид зашел. Гоу-гоу-гоу. Так, но мне тут, кажись, ГГ, да? Печалька. Кто ушел? Шторм ушел. ГГ. ГГ. Вот это плохо. Ну, меня зафокусили, я даже и голема не скинул. Сильвер нужен. Сильвер, я и забыл просто, что сильвер насколько важен. Я не могу отхиливаться, там нажал он БМ, я в БМ 2000 дал, отхилил чуть-чуть. Потом начал на крипов переагреться, уже поздно было. Не боитесь, шторм дефнет. Ну такая, фановое дерьмо, можно сказать. Сильверуху бы, да? Сильвер просто кдэшит быстрее. Или вместо сильвера сатаник, ой, сатаник, БКБшку. Вообще пофиг будет, я просто встану и буду душить. Да, БКБшку можно сделать. 30 секунд до моего реса я успею, нам мид... Не, они нам ничего не снесут, в принципе. В принципе, они нам ничего не снесут. 20 секунд рез. Ждите, я 20 сек. Пуск. Забавная катка, я. Инвокер Линк. Молодец. Но только мне плевать на нее. Шторм на всю ману так летает. Опасно. Инвокера надо зафокусить. Все, гоу. Фокусить инвокера. Так, не достал бласта. У меня нету голема. Чалька. О, гоу. Иду, иду, иду. О, гадэм. Все, пуч не выдержал. На характере выиграли. На характере просто. Мужчины с характером. Настоящие бургеры. Жалко, голем долго кадышится. Так бы сейчас пошли и закончим. Да, мы сейчас так пойдем закончим. Гоу, гоу, гоу. На топе, вон, чё. Это настоящий, что ли, что так мало бьет? А, все, вижу, настоящий. Сильверуха вырубаем, все, и пошло. Пацан в шоке. Пацан в шоке. Ля, просто. Инвокер пусть байбэк жмет. Боже, как же сильвер быстро кдэшится. Это пушка. Убьем тут крипов. Куда? Стой. Что это такие торнадовичи? Я убежал. Ах, маны сжег, а? Маны сколько сжигает, да? Смотри, что делает. У меня байбек есть? У меня байбека нет, надо отойти. Паст.
Все со штормом можно, кстати. Инвокер хоть бы бласт дал, я не знаю, хотя бы. У него там акторинцы, когда дальше все очень быстро. Ладно, сатаник включил душить. Ля. Ля, задушно. Что-то инвокер странно ничего не говорит, да? Лох, тям. Да ты сам не очень про. Много говоришь. О. Иди сюда на вайпере. Тут без скади, кстати, сыграли. Я считаю, что без скади то, что сыграли, это, в принципе, на руку даже. Эх, ваншот, ванкил. Печалька. Оп. Такая катка, ребят, Келли Варлок. Не знаю, понравится она вам или нет. Но вроде вышло прикольно с одной стороны, а с другой стороны как-то и не очень. Она меня с ульты убьет просто. Ну, антимаг такой, так сказать. Но победили, тем не менее, катку. Вроде должно быть прикольно. Не знаю, понравится, нет. Ну, такая напряженная игра. Вроде инвокер что-то делает, но он больше разговаривает. Не знаю, там, в принципе, дефолтные кнопки. Но молодец все равно. Все равно молодец. Зевс мне не понравился, что там какой-то неадекватный. Пуджик тоже там обиделся. Но, тем не менее, вышла такая интересная вроде игра. Не знаю, понравится, ребят, нет. Напишите в комментарии, просто забавно, вроде антимага убивал там стычек, и драки такие тоже были иногда красивые. Но все, на этом все, ребят, всем спасибо за просмотр и до скорого.